все перемены чистоты и гигиены. Если ваши части тела выступают не по делу, если вируса, бактерии, не хотите представления, все, что нужно, подберу я в аптека.ру. Во вторник в Самарской области пасмурно с прояснениями, местами осадки в виде небольшого снега, днем 0-2 градуса, ночью 3-5 ниже 0. Ветер юго-западный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани облачно, днем минус 2, в темное время суток 4 ниже 0. Юго-западный ветер, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти тучи и снег, днем минус 1, ночью 4 градуса с минусом, юго-западный ветер 4 метра в секунду. В Самаре ясно, утром возможен небольшой снег, в дневное время минус 2, ночью минус 4 градуса. Ветер юго-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 84%, геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.